Здравствуйте, представляю вашему вниманию гитару Jackson Wario MG серия. Значит, активные датчики 85 EMG 8581, активная электроника. Значит, ручка громкости, тон, туда-сюда трапезиционник, флойд. Значит, 24 лада. Поехали, звук, значит, чистый, бридж. Все верхние лады в идеале, в принципе.
принципе, можно пилить сколько влезет. Вот. Потом, значит, косметическое состояние идеальное практически. То есть все в работе. Единственное, что вот, был инструмент в ремонте, видно или нет, вот эти вот винты, 6 штук здесь, поставлены каленые. Видимо, по гарантии заменили. Ну, в общем, на сайте это все описано. Это даже, в принципе, и лучше, потому что, в принципе, часть вот этой вот поломки, да, уже фактически устранена, исключается, потому что, все-таки Джексон, Флойд Джексон не Флойд Роуз, и как бы качество здесь, конечно, у машинки похуже немного. Но коль винты заменены, это даже лучше. Больно каленые, видно, что сталь каленая. Ну, в общем-то, все остальное в идеале. Полностью рабочий инструмент. И хочу отметить такую вещь, что действительно инструмент мне лично очень понравился, несмотря на мою нелюбовь к активу. Инструмент буквально ревет, что есть, что как вот лучше-то описать. То есть дерево рычит, ольха, в общем, очень хорошо сочетается с датчиками. Но это, в общем-то, слышно. Спасибо за внимание. До свидания.